Всем привет, с вами Гуля Лакерта. Продолжаем играть в стратегию Fable Dawn. И нам тут должны были гонцы прийти, я помню. Да. Где они? Как это посмотреть? Вот. Гонцов можно направить. Мы направляли. А где теперь это посмотреть, информацию? Доступный крестьянин. Нет доступных заданий. Темный рыцарь. Тут мы отправляли, по-моему, вот сюда. Побольше узнать о ваших... Какая приятная встреча. Прошу, примите этот подарок. Приветствую вас, Салда. Начнется завоевание. Без понятия, что там было. Что-то у нас, по-моему, ничего не работает. Угу. Ладно. А, поприветствуйте правителя этого региона. Пока еще, видать, не пришел. Где-то игра зависла, видать, из-за того, что я сохранялась. Так, что у нас дальше? Производим уголь, копты, ресурсы. Пришли платежи, у нас денежка. Знаете, что я думаю? Нам надо купить территорию. И я хочу, наверное, купить вот эту. Давайте купим. Надеюсь, не зря деньги потратила. Что у нас по людям? Того населения. Так, место еще есть. Я запас построила. И здесь зимой я перестрою фермы вот эти вот все. Надеюсь, не будет от этого плохо. Одну сделаем пшеницу, вторую сделаем это. Все переделаю, ну, чтобы такого бардака не было. Так, что там по ресурсам? Древесину, наконец, собираете? Все собираете? Давайте я вас ускорю немножко. Подождем гонца, который должен был прийти. Кстати, мы теперь рыбалку сможем поставить. Но у нас пока это, денежек нету. И как бы возможностей. Надо с этими полями разобраться. Я надеюсь, у них еды, по-моему, у нас уменьшается, да? Вот, 54. У нас же люди тут максимально. Нет, можно еще добавить. Добавим сюда. Ага, людей не хватает. Ёлки, сейчас придут, я сюда еще поставлю. Потому что у нас через сколько люди должны прийти? Один день. Вот, вот сюда двоих точно сразу кинем. Так, принимаем всех поселенцев, естественно. Вот, идите сразу у меня это. Работайте. Надо продукты запасать, а то зима близко, а у нас продуктов нету. Надеюсь, гонец заработает, потому что я не понимаю, то ли я то, что сохранилось так удачно. Вот я сюда не могу отправить гонца. Доступно в гонцов. А, все-таки как-то мы... А что мы с тобой можем делать? Ну, давайте выбрать приветствие. А, у каждого региона есть правитель со своим набором личных качеств. А, личных качеств, заданий иногда. Чтобы узнать больше о правителе, щелкните по кнопке И. Так, ладно. С каждым правителем вы развиваете отношения, зависящие от ваших действий. Для некоторых взаимодействий требуется определенный уровень отношений. Для начала романа важно подружиться. А, нужно уголь, отправить гонца, по торговле требует посольство, информация. Дар истинной любви. За смерть богов вы получите монеты, количество которых зависит от силы противников. Сложность трудно. Романтические подарки, тюремная камера, стратегический шлем. Ну ничего себе. Так, отправить гонца можем. А что гонец-то будет делать? Давайте мы еще куда-нибудь гонца отправим. Так, от торговли требуется посольство. Требуется посольство. Так, пофлиртовать, помахать. И подружим, ладно. Давайте, а здесь у нас не открывается, но давайте мы еще в Атару отправим гонца. Денежка есть, пусть идет гонец. Ну, узнаем, кто в округе обитает-то. Надо же нам это знать, правильно? Так, что тут у нас происходит дальше? Сейчас еще три... забираем награду. Производим уголь, производим доски. Но это с этим у нас, конечно, напряженка. Но уголь хотя бы стал это работать. Так, я здесь максимально людей именно поставила. Лесопилки, уголь. Лесопилки вот здесь вот тоже стоят. Теперь, наверное, будем продвигаться в ту сторону немножечко.
денежка идет, доход идет. Дадук ты как? Ну, как бы впритык, я думаю, пока не надо никого нам. Надо немножко дождаться зимы, чтобы я вот это все перестроила. Поселенцев принимаем. И пусть на овощах, надеюсь, вытянем. Я не угроблю деревню, это не будет такая серия. Ой! И у нас закончилась деревня. У меня и так было желание немножко тут ее переделать, конечно. Но что поделать? Пока не будем. Так, не хочу, а то я люблю такой, знаете, разобралась чуть-чуть, пошла перестраивать. Нет. Вот сюда дорога, и нам нужна рыбалочка. Давайте поставим рыбалочку. Производство пищи. Домик рыболова. Нет, да, я знаю, что домик рыболова должен как-то размещаться вот так. А мне вот так вот он нравится. Лучше в рыбе ее запах, особенно летом, отвлекает внимание от моих ног. Грибок у стопы у меня... Господи, гадость какую говорит там. Давайте мы сюда сразу поставим дорогу. Все. Сейчас там настроит. Ну, а что, рыба тоже не будет лишняя. Микрофон, внесенные доски. Как говорится, для одного хлам. Так, давайте прохожу я мимо семейства, которые строят новую. Вижу, что они все эти прекрасные. Давайте поторгуем. Потратить, получите доски. Потратите 10 величия. Отклонить. Давайте мы доски. А здесь у нас что? Хотите отменить отмену? Подтвердить? Нет, отмена. Обнаружен регион Ватару. Принять. Так, что там у нас на карте? Винифред, принцесса воин. Выберите приветствие. Так, подарите 10 очень большой лучше. Давайте мы подарим уголь. Деньги есть у нас еще. Давайте мы еще узнаем, кто у нас тут по соседству обитает. Ой, а что цены такие стали? Растут цены. Ну тогда мы, наверное, ну вот давайте сюда. Пусть узнает там, что. О, у нас осень. Так, все, давайте урожай собирать. Сейчас будем перестройка большая такая. Рыбалку там достраиваете, рыбаков. Кстати, у нас получается еще один влезет, и все. Я сюда как раз рыбаков. Не знаю, сколько здесь должно быть их. Количество лодок тут больше, чем одно. Но это может быть так нарисовано. Может, это не принципиально, как говорится. Так, давайте-ка. Платежи, доходы. Но пока по платежам, доходам у нас более-менее плюс идет. Несмотря на все налоги. Величие бы поднять. Ну, давайте, принимаем поселенца. Да, я больше не могу принять. Мне бы, конечно, хотелось их побольше, но тут без вариантов. Сейчас буду с едой разбираться. Кстати, еды вроде у нас хватить должно на зиму. Сейчас еще рыба будет. Как же долго вы строите? Ты один, что ли, у меня там строишь? Из-за этого так все печально, да, у тебя? Здесь один. Не, ну их двое, но как-то строят. Может, ресурсов не хватает. Ресурсов вообще не хватает катастрофически. Не знаю, то ли это и так игра не стабилизирована в этом плане, то ли я так играю. Тоже вариант, знаете ли. Я могу и так, и так. Так, давайте ускоряем. Это вот самое максимальное ускорение. Вот, представляете, да? Так вот они строят. Так, у нас вроде все дотащено. Давайте. Нет, не дотащено. Обнаружен регион. Какой регион там? Солерия. Вот. Приветствую. Вы готовы к подключениям и сотрудничеству? Ну, давайте подарим древесину. Это еще одна девушка. Блин, ну зачем девушек столько сделали? Давайте еще узнаем, кто у нас. Да что ж у вас цены-то такие? Ну, кто по соседству? Ну, давайте. Все, пока последний гонец, и пока хватит. Там выбирать не из кого. Какие-то одни девушек поселили в округе. Как нам роман заводить-то? У нас же тут главная королевская принцесса. Вообще удивительно. Так, ну давайте, строим рыболовную эту, наконец-то. Я жду. Монеты, доход хоть идет. Надеюсь, я сильно говорю, не просяду сейчас.
Насколько еды хватает? Но еды пока не уменьшается. Вот, от запасы собирают. Давайте, ребятки, сейчас зима опять еще одна. Да. Отказываем поселенцам, потому что у нас пока так. Такая медитативная, легенькая игрушка. Стоп. Во, все, дотащил еще одну досточку. Дотащи, пожалуйста, и можно будет достроить рыбалку, если сюда кого-нибудь впихну. А потом буду ждать зиму. Так, вот. А что ты одна строишь у меня? Я не понимаю, что не так? Почему она одна реально строит? Молодец, давай. Кстати, у нас немножечко запасы древесины и камни пошли. А, во второй прискакал. Угу. Вот два рыболова, пока хватит. Что-нибудь еще можно? Домик рыболова построим. Отправьте другому правителю сообщение с подарком. Успешно доставьте подарок. Сейчас там придет последний, кто у нас там есть, и посмотрим. Кстати, лодок реально, смотрите, они пошли рыбачить. Прикольно, да? Вот они на границе такие рыбачат. Ладно, рыбачьте. Смотрите, как выглядит дорожка. Далековато, но что поделать, это же рыбалка. Зато у нас теперь, подождите, там это что-то происходит. Так, обнаружен регион. А, Джованни, принц торговли. Ну ладно, пока мы... Здравствуйте, просто поздороваемся. Ага, пофлиртовать можно, хорошо. Нам надо, что там было, отправить гонца? А зачем гонца отправлять? Так, что там надо? Отправьте другому правителю сообщение с подарком. Успешно доставить сообщение с подарком надо отправить. Сейчас, посмотрим. У нас вот здесь рыцарь, темный рыцарь есть. Тут принцесса-воин, принц торговли, принцесса изобретений, неизвестный регион. И это все, да? Отказываю поселенцам. Но мне вот, по идее, а что тебе надо начать роман, отправить? Торговля, информация, задание. Так. Отправить, прошу принять этот подарок. Уголь можно отправить, да? Примите мои пожелания, ухудшения. Ну, давайте... С углем отправим. Ну, уголь, правда, чуть почти весь кончился. Ну, просто я там парней не вижу, принцев. И пусть доставят подарочек, там денежку дадут. Ну, что поделать? Так, кто золото, так. А, я строю новое королевство, поэтому хочу вам небольшим подарком. Получите строительство домов. Строительство новых домов. Постройте 6 домовладений. А сколько времени нам? 50 дней. Я думаю, мы построим. Нам надо будет сейчас. Сейчас они урожай соберут у нас. Ну, я надеюсь. Величие у меня вообще как-то не копится. Активных заданий маловато немножко. Давайте, ребята, зиму ждем. Ну, как там рыба-то идет? О, еда застанавливается. А сколько тут рыбы может? 100 рыбки бы накопиться, да? А это увеличить никак? А я вот сюда могу рыбу, наверное, в амбар складывать, да? Да. Тут у меня пока сюда складывается... Ага, мне нужен еще один амбар. Так, я поняла. Где тут амбар? Позволяет хранить запасы пищи. Такс, ребятушки. Ой, так, не та кнопочка. Не та кнопочка. Я думаю, нам надо амбар запасы пищи один поставить. Можно вот сюда. Ну вот прям идеально же будет, да? Все, стройте амбар. Показывает поселенцам. Мне же за него не надо платить. А, нет, налоги идут на содержание. Пока туда все складываем. Так, забираем. А, подарок доставили, да? Начать роман с другим правителем. Успешно доставьте романтический подарок. Угу. Так. Нам с другим? Или с любым? Все, так, зима началась. Так, с ребятушки... Сейчас я ускорение отменяю. И смотрите, мы сейчас все прям... Я тут все убираю.
Я могу вот так вот. Так, вот. Блин, так долго будет. По-другому нельзя как-то снести. Сейчас придется на паузе, наверное, все вот это вот посносить. Мне не нравится. Так, это тут что-то он пишет. Давайте я тут быренько все уберу. Нашла тут я инструмент массового сноса. Так, не сразу, правда. И теперь мы ставим... Так, здесь у нас будут овощи. Давайте по очереди тыковку вначале посадим. Вот так вот. Так вот. Тыковка аккуратненько. Так, потом идет у нас свеколка. Вот так вот поставим. Потом идет у нас цветная капусточка вот сюда. Денежка не заканчивается, надеюсь. Я вот так вот хочу. Потом у нас идет морковушка. Блин. Я что, все поставила, да? Черт. Косо получилось. Подождите. Так, где тут у меня получается? Надо капусточки вот так вот. И морковушку, по-моему, я чуть-чуть не доделала, да? Все, вот так. Здесь у нас будет пшеница. Сколько у тебя там? Три. Еще 10 осталось. Я не знаю, много это или мало, но я на всякий случай сейчас вот так вот все засажу. Вот так вот, смотрите. Все. Ой, так аж подпрыгнула карта. У нас еще тут есть свинарники. Так. Все это пусть засаживают. Хорошо, молодцы у меня ребята. Амбар я там... Блин, это я хотела... Вот это. Я вот эскейпом постоянно убираю вот это. Амбар. Так, сюда нужен человек. Я думаю, я отсюда одного заберу. И вот в этот амбар одного запихаю. Одного хватает за глаза таскать. Вот теперь это нормально у меня, так как я хотела. Теперь надо еще поставить мельницу. Зерно, к счастью, ветер никогда не стихает. Раты на содержание. Место... Оно ничего не портит обстановку? Нет? Можно, кстати, сюда ее запихать. Вообще идеально будет, если что. Вот в эту сторону. Ладно. А это я поставила, получается. Основная вода у нас везде есть. Но относительно везде пока есть вода. Я не знаю, сюда надо, нет. Вот сюда вообще вода нужна, чтобы обязательно было. Так, гильдия гонцов, лагерь рабочих. Так, у нас что тут? Деревянный мост, например, можно, кстати, поставить. Поставить. Зачем, не знаю. Что-то типа украшает, наверное. Так, военное дело, штаб героя, траты на содержание штаб для всех героических операций. Я не знаю. А, это, наверное, для квестов каких-то. Таверни у нас есть, потребности, производство. Так, все. Ой, вот это закройся, пожалуйста. Вот вообще неудобно, привыкла эскейпом все делать. Все, вот это у меня добывает убрежога. А здесь у нас камень, кстати, может еще добываться, да? Это же камень. Да, это камень. Потерянная туфелька какая-то. Я не знаю, для чего это. Так, здесь у нас что? А вот это что у нас? Месторождение железа. А у нас камень добывается. Уголь. А больше у нас уголь. А уголь еще надо же, наверное, тоже где-то добывать. Я бы уголь подобывала. Так. Подождите. Уголь, уголь. Уголь можно использовать для обогрева краты на содержание производства угля. А он вообще без разницы куда? Да, уголь добывается так у нас. У нас просто лесопилка есть. Лагерь камнетесов есть. А где у меня тут? Тут же была уголь добыча. Мастерская углежога. Да, вот она, лесопилка и мастерская углежога. Он производит из древесины уголь. Блин. Понятно.
Поэтому, ну, древесины у нас сейчас запасы пошли. Хорошо, что у нас со складом, кстати? Я хочу посмотреть. Пока нормально, склад вытягивает. Но вообще надо, наверное, будет еще. А ты мне за, да, за обслуживание денежку берет. Вообще склад надо будет. Так, мне надо посмотреть, куда мне поставить один домик еще. Вот сюда влезет. Сейчас поставим сразу дом. Сейчас будем ставить дома. Так, где у тебя там? Так, дверь? Да, вот она. Вот дверь. Вот так вот. Пусть такое маленькое будет. Построить. Так, нам надо сколько там? 6 домов уже построить. Хорошо, стройте. А, так, один дом готов. Теперь надо посмотреть. Вот ты сюда вот увеличиваешь, ты вот сюда увеличиваешь. Вот сюда еще один домик можно поставить. Сейчас поставим. Построим сюда домик один. Так, что там такое? А, трудно выдались времена. Мы изо всех сил старались раздобыть еды, но все тщетно. Мы слышали о вашем добром сердце, поэтому решили... Так, что там надо потерять? Ого. Ну, давайте попробуем дать еды. Надеюсь, мы с голоду не умрем. Очень надеюсь, что мы не умрем с голоду. Так, домика еще один строим. Это у меня лиса, это пилка. Вот еще сюда можно домик запихать. Только тут с колодцем, по-моему, колодец тут у нас. Сюда. Ну, нормально, сюда еще один домик можно поставить. Так, подождите, вот так его надо ставить. Построим еще один дом. Дерева-то хватает. А то я тут, знаете, тоже разбазариваю то, что запасы дерева, как говорится. Но нам просто жилье надо, чтобы было у людей. Так, и, наверное, мы еще вот сюда поставим один домик. Домовладение построено, хорошо. Где у меня дорога? Вот сюда. Тут, кстати, дороги, я так понимаю, какие-то должны быть. Надо будет сейчас, наверное, как-то все это соединять. Я сейчас придумаю. Вот сюда вот домик один. Сюда же, да? Да. Вот. Построим. И дорогу вот так вот. Давайте вот сюда дорогу. Угу. И мне кажется, домик вот. Вот так. Вот. И вот сюда можно. А что там зеленое стало все? Так. Сколько там домов у меня получилось? Раз, два, три, четыре. Тут пять было. Еще один надо, наверное, как раз вот сюда запихаем. Поселение такое наше. А это для украшения, если что, место оставляет, тоже пригодится. Давайте немножко поукрашаем, да? Повышает красоту области. Вот у нас тут, например, клумбочка есть какая-нибудь. Вот здесь вот видела место. А, вот. О, почему бы нет, да? Простая скамейка тоже. Но они мало повышают, конечно. Домовладение, там ничего такого. Деревянные лавочки. Угу. Почему они сюда не ставятся? Типа к ним подойти нельзя? Нужно размещать на клетке. А, на дороге? А, вот прям так? А это плохо не будет вам от этого? Ну, давайте я вот так размещу. Я надеюсь, это не влияет. Нет, надо вот так где-то, да? Если от этого им плохо не будет, то ладно. Ну, куст в клумбах. Я как бы не против, если от этого им будет хорошо. Вот сюда еще. Принимаем поселенцев, естественно. Так, все, куст в клумбах пропадай. Сейчас все построят. Мельницу пока смысла нет. Сейчас зима закончится. Вот тогда можно мельницу. Но запасов нет уже у нас. Что-то толку, да. Древесины хватает пока. Ребят, вы там стройте. А, кстати, мы же приняли поселенцев. Можно к вам добавить, да, пока?
Один сюда идет. Здесь у меня как? Один сюда надо будет запихнуть сейчас, потому что тут поля надо будет перекапывать по новой. Все, стройте, ребята. Я надеюсь, вы все дома построите, у меня будет все хорошо. Надо будет сейчас вот сюда идти. Я не знаю, правильно ли я делаю, что все впритык ставлю, но мне кажется, правильно. А вот роман какой-то другой. Так, давайте посмотрим, что у нас на карте. Я бы... Вот здесь у нас принцесса вот тоже. Так. Нет, нас принцесса неизвестный. Давайте отправим гонца, пусть туда сходит, узнаем, что там, что у нас есть, блин. Еще там по соседству. Ну а как? Ищем себе принца на белом коне. У нас продукты нормальные, да, пока? Вытягиваем, вытягиваем. Потому что рыба есть. Вовремя я рыбную эту поставил. Надо будет сюда еще. Они же рыбачат и зимой. Это хорошо. Так, что у нас там по амбару? По амбару все нормально, да? Да, амбара 2 пока тоже хватает. Сейчас еще до старта вид домовладения, и нам дадут это, денушку дадут. Это хорошо. Это хорошо. Можно немножко ускорить, я думаю, потому что ну, все нормально. Бобы вот эти растут. Кстати, смотрите, как вырос. Я не знаю, что с ним можно будет делать. Этот. Ну, пусть растет. Да, домовладения все построены. Вон еще одно осталось, и у нас все будет выполнено. Вот. Курятники там все строят у меня. Ну, я автоматом тыкнула, а пусть обустраивает, как игра захочет. А что, жалко, что ли? Вот бельевые веревки, деревья. Смотрите, курочки бегают. Цыпа! Цыпа! Ай. Все нормально. Так, подождите, медленно, медленно, медленно. Весна, первый день. И вас совете никак не уймется, не представить, что важно собирать как можно больше и быстрее. Так. Ну, я думаю, мы этого соберем. Я надеюсь, ресурсы сколько? На 90 дней. Надеюсь, мы это соберем. Теперь нам надо сейчас думать, куда я хотела вот сюда мельницу, да, поставить. Я не знаю, вот это мешать нам не будет. Давайте теперь еду про производство мельницы. Сейчас народ придет. Вот идет народ у нас. Давайте будем мельницу ставить. Потому что в будущем, по-моему, должна быть пекарня тут. Угу. Да, вот так вот. Сейчас мельницу. Ой, прям так зелено все стало. Я аж прям не могу. Красивенько так. А вот так. А пристройка для счастья повышает счастье. Ладно. Все. Давайте. Построена мельница. Так, здесь у меня людей не хватает. Давайте все запихивать. Сейчас. Вот что там у нас? Агнес, принцесса урожая. Ну, пока мы со всеми дружим. Да вы издеваетесь? У нас вот эта вся карта, я так понимаю, да? Это все, что есть? Вот серьезно, у нас вообще как бы карты не ничего больше, доступные задания. Отправим гонцов сюда сейчас еще. Все деньги. Ой. Одни принцессы. На каком основании игра рандомила, интересно? У нас там вообще не с кем даже роман завести. Печаль, беда. Так, что там надо у нас? Камни. Камень добывается. Древесина добывается. Вообще, наверное, знаете... Так, это что, свинки вот эти тут? Лесопилки. Как вы там, лесничество, справляетесь? Народу много. Где у меня еще лесопилка? Где-то здесь была. Лагерь лесорубов здесь. И здесь. Давайте я вот отсюда вот уберу одного и вот сюда добавлю. Вот так. Ну, чтобы равномерненько по два везде было. Ага. Вот это лесничество желательно не убирать мне. Блин, с древесины, конечно. Так. Кажется, ваши подданные рады жить здесь. Жить значит повезло им, что у них есть вы. Есть у меня предложение. Ходят слухи об одном особенно жадном финансовом советнике королевства. Может позаимствовать. Только без лишнего риска. Ну, давайте. Ну, что, величие у нас есть. Деньги нам лишними не будут.
Нам вон сейчас все строить надо. Знаете, там, по-моему, я что-то видела, то, что производство пищи я и сделала. Колодец. Колодец. А сюда надо будет колодец? Вот сюда. Я бы вот сюда поставила, на всякий случай. Давайте поставим. Я тут видела, по-моему, что-то то, что мы не могли поставить. А, штаб героя. 10 досок. У нас досок пока нет. Ну, вообще, да, у нас... А почему у нас... Что доски делают? Лесопилка. Наша лесопилка плохо работает. Лесопилка, ты почему плохо работаешь? Хотя при лесничестве там вон везде есть. А здесь вот я лесничество. А, лесопилка это отдельное здание, да? Он работает, из двух досок делает. Открыть управление производством. Мука. Предел есть можно. О, как можно. Да, наверное, надо поставить еще одну, да? А ты у меня там это, загрязняешь обстановку? Загрязняешь. Угу. Загрязняет она обстановку. Ладно, давайте мы еще одну лесопилочку поставим. Где у нас лесопилка? Камнеломня. Так. Лесопилка. Блин, сколько ж тебе стоит, чтобы тебя поставить древесины? Ладно. Ну а что нам еще остается? Я считаю, надо рядом ставить. Смысл загрязнять еще какую-то территорию. Тут вот и пусть будет. Пусть ставит. Так, все. А то не хватает досок хронически. Я думаю, сейчас их много надо будет. И еще надо подумать, где бы нам еще, наверное... Так. Здесь вот вам хватает лагерь лесорубов? Его вообще, наверное, надо отсюда убирать, да? Ну, как бы он тут пилить-то пилит, но, по-моему, невыгодно. Невыгодно, невыгодно. Вот этому, да, хватает. Вот этому тоже пока хватает. Лагерь лесорубов, что-то... Ну, что-то они таскают. Ладно, пусть работают, пока работается. Так, что у нас там по этому? Ты там до конца еще не узнал? Последнее наше. Все, гонец отправлен. Мы поселенцев принимаем. А, принц Барт. Достигнута новая стадия. Хорошая работа. Достигнута новая ступень поселения. Большая деревня. Отныне ваша семья будет... Ожидайте регулярное отчисление в виде 30 золотых. Вы получаете, ничто не сравнится. Пекарню мы получаем. Мастерскую придают камню. Уличный театр. Это далеко не предел мечтаний. Арена получаете опыт награды, бросая вызов врагам на арене. Хорошо. Это хорошо. Знаете, нам что надо взять? Это что у нас вообще? Большое месторождение. Камень, да, надо добывать будет сейчас. Я думаю, думаю. Вот это нам пока не нужна территория, а вот в эту я бы купила. Сколько она стоит? Блин, не та кнопка. Да? Вот. Вот эту мы к территорию купим. И надо сюда сейчас к месторождению камня, во-первых, провести. Но камень нужен будет. Там же камнетеску дали нам, да? Мастерская каменщика. Вот, мы сейчас все рядом сюда все поставим. Так. Народ как, пока есть куда селиться. А что там нам... Подождите. А мука. А почему мельница не работает? А потому что у нас сюда надо в первую очередь все тащить. И там не достроено. Там нужен камень и доски, да? Которые никак не дотащат. Строители, родные мои, давайте... Вы там и так, вас двое здесь. Лагерь рабочий. Давайте я вам сюда еще добавлю, потому что сейчас вам работа прибавится. Так, нам надо лагерь камнетесов. Добывает прилегающий камень. Так, здесь у нас будет уже железо надо будет. А, так, лесопилка. Каменоломня. Нам нужна каменоломня. Камень добывается... А, камень до прилегающих... Когда место не прекратит работу. Вопрос, в чем разница? Материалов 20. Так. Подождите, я пытаюсь понять. У меня есть лагерь камнетесов. Камень для месторождения. Также месторождение здания прекратит траты на содержание. Приносит камень, привлекательность области. Рабочих мест 2.
Минус 10 привлекательности, приносит камень, траты на содержание 1 больше, 3 гра материала 20, уже есть в регионе 0. Давайте мы вот эту каменоломню поставим. Она должна вот так ставиться, да? Угу, сейчас я ее покручу. Я понимаю, что привлекательность потрачу, но, блин. А что нам еще остается? Вот так она лучше здесь стоит ее. А дорогу куда там надо было тебе поставить? Вот сюда, по-моему, да? По-моему, вот так надо было. Я надеюсь, что я правильно поставила. Так. Здесь же надо у нас углежок. Это хорошо. Мастерская каменщика. Ты тоже им портишь? Да. А что мастерская каменщика? Материалов надо много. Ладно. Пусть пока вот это ставят. Вы там мельницу у меня достроили. И у меня так, пауза есть. У меня не хватает досок катастрофический. Надо, наверное, вот эту лесопилку. Но у меня древесины сейчас не хватит. Надо куда-то добычу древесины выставить так, чтобы она мне не мешала. Денег как у меня мало, да? Я просто думаю, еще территорию открыть куда-нибудь лес этого, да. И что у меня там по запасам? Склад пока тянет. Амбары надо глянуть. Амбар 280. Все нормально. А, так, место для жителей есть. А вот с продуктами сейчас будет напряженка, если мы не вырастим. Рыбаков, кстати, можно еще донять. Пусть будет. А что нет-то? Люди есть, пусть работают, правильно? Так, это что у меня? Лагерь камнетесов. Вот это вот что у меня? Лесопилка. Так, мне здесь не хватает камня. Почему не работаю? Ребята. О, мельница работает. Все. Так, откуда вас снять? А людей не хватает. Через сколько нам люди придут? 3 дня еще. Ну, с продуктов снимать, конечно, такое себе. Ну, а что делать еще? Да придется лагерь рабочих одного сниму. Вот сюда. Потому что мельница очень нужна. Ага. Все, делайте. Запасы. Ага. А с чего он будет готовить? У нас пшеница еще не выросла. Она только в процессе. Так, ну пока продуктов хватает, ну, о, пшеница пошла, и как раз сейчас будет он крафтить нам, да? Давай, надо будет еще это. Я надеюсь, я дорогу правильно поставила? Ресурсов, по-моему, мы не выполним вот это. Что у нас там происходит на карте мира? Так. Сейчас я полистаю. Что у нас тут? Джованни, Агнес. Уголь, принцесса воин тут у нас. Так, а здесь у нас. Ну, давайте мы подружимся. Я, наверное, выберу вот этого темного рыцаря. У нас угля нету. Начать роман. Так, отправить гонца. Пусть сюда сходит. Вот, пусть там пообщается, но я по-другому не вижу. У нас вариантов нету. Так, место есть. Запасы начинают расти. Вот пшеница растет. Молодцы, ребята. Работаем. Так, сейчас вот сюда досок. Да, лесопилку, конечно, надо нам. Людей не хватает. А, во, люди, идите сюда. Все, иди в лесопилку. Давай мне работу, работай. О, не хватает. Так. Она еще недостроена, да, я так понимаю? Она недостроена. Вот то, что надо лес еще добывать, это я точно могу сказать. И вот я думаю, куда бы мне поставить для добывания древесины. Пока непонятно, хватает ее. Вы понимаете, здесь нету такой функции, что плюс-минус здесь бы указывалось, где добывается, где нет. Угу. Вот в чем проблема. Так, ну как у вас там? Хватит вам это? Муки, конечно, я думаю, маловато. Наверное, надо будет еще ставить. Ну, как бы по зерну. Ну, вот это вот у меня хотя бы уже стоит нормально, как я хочу, красивенько. Все, шикарненько.
все делается. Продукты собирается. Это у нас только весна, за лето мы еще насобираем. Настроение у нас нормальное. Таверня у нас работает. Гонец. Мне, кстати, интересно, вот гонец у меня один там всякое лазит. Но я могу второго нанять. А зачем? Так, а что нам дает? А, нам надо посольство. Кстати, а как мы получим? Когда мы получим посольство? У меня вопрос. Основные, понятное дело. А, пришли платежи, доходы. Да, доходы пришли. Это хорошо. Производство ресурсов. А лесопилка есть. Мне еще мастерскую каменотеса можно поставить. Но я не, ее не могу. У меня, говорю, с досками проблема. Давайте я чуть-чуть ускорю, потому что сейчас я вообще ничего тоже не могу делать. Надо по запасы досок. Они вон и так таскают, бедненькие мои. Давайте, тащите, тащите. Так, сейчас посмотрим. У нас третий год только живем, получается. Ну, пошел. Ну, для 3 лет у нас неплохо так выстроено-то. Посмотрим, что вот это даст. Так, давайте, ребята. Ну, смотрите, ресурсы собираются. Так, 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 стоять. 6. А, это получает послание. А, пора нам устроить какое-нибудь празднество, когда живется не просто фестиваль, поможет поднять дух. Дает полезный эффект, повышает счастье всех подданных. Потратить величие. Давайте мы потратим величие. Вот честно, мне вот глобальный эффект действует. Все. Сейчас как раз ресурсики, мука. О, пошла мука. Теперь можно нам хлебопекарню поставить. Домика это пекарню. Так, производит муку. А, она прям так. А почему? Смотри, какие довольны. Так хотел потискать. А, подождите. Дайте-ка я паузу нажму, я почитаю. А, используя привлекательность области. А, это просто область привлекательная становится, да? А если я ее вот поставлю сюда, чтобы нам перекрытием. Смотрите. Во-первых, из тогда сюда, в эту область, где нет домов, можно будет дома поставить, и будет все привлекательно. Все, ставьте. А что у нас там получается по ресурсам-то надо? Опять доски, да? Опять доски. Камня тоже не хватает, досок тоже не хватает. Вы ее бедную достроили, нет? У меня вот этот вот лесопилка, которая производит доски. Как-то можно ее улучшить? Нельзя. Закрыть, перейти в запасы. И так. Принимаем поселенцев. Это хорошо, что поселенцы есть. Так, вот я не понимаю, как дорогие можно улучшить. Для улучшения должны быть доступны монеты. Ну, допустим, я вот это вот могу как-то улучшить. Я не понимаю, как улучшение тут работает. Монеты у меня есть, деньги, как бы, я так понимаю, вот это должно быть. Но все равно. Ну что, получается еще, что ли, лесопилку поставить надо? Ну, блин. Я боюсь, что лесопилку надо ставить уже с добычей древесины куда-нибудь. Я даже вот, как бы ее так поставить-то, чтобы она не мешалась. Ну вот у нас вот тут еще добыча камня будет. Тут еще тоже что-то добываться. Это вообще железо, которое мы не можем. Тут руины. Я думаю, лесопилочку, наверное, вот сюда надо вывести, попробовать. А если я захочу еще одну ферму, я, наверное, даже тебя поставить. Здесь, потому что дома проще всего будет поставить. Хотя тут место такое. О, я знаю. Мы сейчас поставим сюда добычу. Это где у нас тут? Производство ресурсов. Лагерь лесорубов. Так. Все-таки я, наверное, поставлю вот сюда. Так. Максимально вот так. Территорию эту потом купим, я надеюсь. Не знаю. Вот сюда и здесь рыбака поставлю и буду стараться не трогать. Вот как. Построим.
И давайте нам так. Нам ничего не дали, ни заданий никаких, да? Я не знаю, нужна дорога обязательно, нет? Вот, лесорубов. И сюда же поставлю сейчас это лесопилку. А что там надо-то для тебя? Камня не хватает опять у нас, как всегда. Камня не хватает. Ну, сейчас вот камень будем добывать. Что я сделаю? Я быстрее не добуду. У нас и так месторождение вон камня. Работают бедные без остановочки. Вот это вот надо тут поставить. Вот так вот. Приоритет поставлю, чтобы сюда все тащили. А то без камня тоже строить тяжело. Все, ускоряемся. Давайте, ребятушки. Тащим все. Ну как у нас? Пекарню-то достроили, а там тоже доски нужны, понятно. Но мука запас делается, ничего страшного. Зато муки сейчас насобираем и сможем все печь. А зерна, походу, будет не хватать. Так, принимаем поселенцев. Везде вроде у меня людей много. Вроде хватает. Основные все вот эти вот по амбарам таскать, это все хватает. Давайте я пока вас это... Здесь у меня как? Вот сюда одного запихну. Так у меня вроде везде. Хотя лесничестве можно добавить человека. Хотя добавить надо было, наверное, вот сюда, в лесничество. А не вот сюда, потому что тут, по-моему, фигня, война, ее придется убирать, вот это лесничество. Сейчас они дотащат. Тяжко, тяжко, не хватает. Что там у нас на миру, в миру происходит? Где наш там? Так, угу. Уголь нужен, чтобы роман начать. А, древесины, кстати, нормально, реально хватает. Они как бы вытягивают у меня, молодцы. Вот здесь вот лесничество, да? Давайте, ребята. Ну, чтобы запас был. А вот с продуктами более-менее. Рыба, доски. Вот, сейчас достроим камнетеску. Я надеюсь, он там по чуть-чуть древесину таскает. Пока относительно все. Так, что тут хотишь? А как мы можем звать клубом? Мы можем зваться клубом гурманов, если у нас даже нет хлеба к нашим блюдам. Так, с пылу с жару приправали. Так, произвести. А, хлеб мы будем производить. Это не намекает, что у меня с хлебом проблема. Да, у меня вон строится. Все, что вы начинаете? Я же не виновата, что у нас вон ограничения такие. Кстати, пшеницу, походу, надо... Я посмотрю сейчас за сезон сколько, но, по-моему, надо будет еще пресс поставить. Поселенцев принимаем. Что, я зря дома, что ли, строила? Все, ребята, давайте, достраивайте, пожалуйста. По одной досточке таскаете? Ну, ты, наверное, считается, типа, упаковка там досок какая-то. Ну, хотя они ручками тащат. Что они там могут, да? О! Это, во-первых. Во-вторых, надо лесничество. Вот так сразу ставим. Это сюда. Углежога тоже не хватает. Надо будет это. Но для этого нужна древесина. Так, ну все. Каменоломня пошла. Ой, ну наконец-то. Ага, у меня не хватает этих крестьян. Сейчас мы посмотрим, откуда можно их снять. Я, по-моему, говорила о лагере лесорубов вот тут, потому что там вот можно их это точно снять. Так, я что, не сняла оттуда их? Так. Так, вот сюда иди. Камень очень нужен, иди работай. Такс. Теперь надо будет еще двое придут. Нам здесь есть. Муку производит. Надо теперь сюда доски. Но они сейчас дотаскают досок нам. Камень добываем. Сюда надо тоже. Сейчас один есть. Надо вот еще одного откуда-нибудь взять. Угу. И тут вот можно, кстати. Ну ладно, эти пусть работают. Там что нет-то. Раз так место позволяет. Так, я думаю... Я, как всегда, из рабочих выдергиваю. Ну, самое такое, знаете. Все, вот сюда ставим. Так, давайте, ребятушки, все собирайте. Что у нас? Денежка нам хорошо идет.
Нам надо теперь еще углежоги поставить, да? Углежоги. Уже есть одна в регионе, я знаю. И вот тут она вот стоит у меня, красавица. Но я буду в одно место пихать. Потому что другое, зачем портить? Вот тут у нас все такое производство. Пусть углежок. Так, что-то еще надо было. В мастерскую каменщика, да, надо? Мы ее сюда, если что, поставим. Так. Давайте, ребята, посмотрим, что там на карте можем делать. Такс. Примите и отправить королевское процветание. А, пусть ходит. Будем общаться. Кстати, смотрите, как у нас идет хорошо с ним. Любит страдания. Трудно пофлиртовать. Я других просто не вижу. О, поселенцы пришли. Это классно, нам нужны. Так, здесь два. Ну, давайте камень добывайте активненько. Ну, по-моему, нам еще дома надо будет строить, да? Угу. Я вот здесь поставила пекарню, мы сюда еще один дом поставим сейчас. Еще один дом. Ой, вы посмотрите, там все зелено, зелено, так как классно. Вот так вот сделаем небольшое. О, для будущих этих. И там зелено, значит, надо, наверное, что-то еще украсить. А что тут есть без древесины? А, тут закрыто что-то. Вот, допустим, повышает красоту раскидистое дерево. Почему бы нам его вот сюда вот не пристроить? Правильно? Что нет-то? Повысим красоту. А вот это вот лесничество, по-моему, надо отсюда убирать. Оно тут вообще никак не сочетается и не смотрится. А вот тут я дома вряд ли буду строить. Хотя из рыбалки что-то, может быть, произвести можно. Здесь ничего пока. А по идее бы... Здесь еще камень будет добываться. Нам бы надо куда-нибудь лесников еще отправить. Вот эти вот тут работают. Пусть работают, да. А там, наверное, надо убрать. Хотя у нас места мало. Ну, а что мы можем купить? У нас деньги есть. Что мы можем купить? Такого интересного. Чем можно вот эту купить? 200, да? Давайте купим, пока деньги не кончились. Что, интересная идея, да? Я тоже так думаю. Что такое? Это что-то такое интересное. Так, кстати, с колодцем как у вас тут с водой? Так. Вот здесь просто колодец, наверное, нужен. Угу. Я поставим, подождите. Вот, смотрите, надо заполнить все. Нет, вот так, наверное, лучше. Вот сюда. А, траты на содержание идут. Блин, я не учла этого. Ну ладно, надеюсь, нам хватит денег. Так, ладно. Древесины пока заполняются. Ну, не трогаю. То, что работает, пусть работает. Нам надо, получается, углежок, да, должен. Так, пекарня, ты как там? И досок не хватает это. Я же поставила, по-моему. Сколько у меня лесопилок? Сколько у меня лесопилок? Ага, подождите. А где у меня она? Там же, да, в одном месте стоит у меня, как всегда. Лесопилка. Человек работает, лесопилка, человек работает. А то, что плохом... Они же сами производство. Если я им украшу тут территорию, как-то это повлияет? Ну, просто возьму, даю, украшу. Это как-то повлияет на их настроение? Я туда не могу ставить, она не открыта территория. А? Так, вот у меня просто так вопрос. Настроение у них будет расти от этого? Блин, уберись как-нибудь вот это вот, господи, вот так вот. Сэй получает послание. Да. Мы там ищем себе... Прям хорошо у нас. И помахать, и поэта. Сложность трудно, любит, страдает. Требуется посольство, которое нам еще не дали. У меня... Так, все, древесины хватает, муки хватает. Пекарню достраивать будем. Нам не хватает досок.
Нам не хватает досок. Катастрофически не хватает досок. Такс, как же это все сделать-то так, чтобы и людей хватало, и досок хватало? Блин. Лесопилки работают. Они вот прям как могут работать, но мало. Еще одну, что ли, поставить сюда же. Всю эту территорию бедненькую испортила. Знаете, надо сюда подумать, как-нибудь дорогу провести, чтобы нам сюда вот все это. Во-во-во, дорога сюда идет. И, наверное, надо будет сюда поставить лесопилку. Еще одну. А, поселенцев принимаем, да. А так у нас вот так, да. Я смотрю, как испорчено тут все. Ну а что делать? Ну вот так вот поставим. На крайняк можно будет сюда еще одно поставить. Давайте. Вот, лесопилочку еще одну. Ставьте, что поделать? Это никак не достроится. Ну давайте быстрее. Я хочу, чтобы у меня это. Пекарню достроили. Я их в приоритет сейчас поставлю. Сейчас пекарню достроим. Будем завершать серию. Давайте, хочу достроить уже. А то прям это медленно, медленно. Давайте сюда вам людей добавлю. Давайте пекарнюшку достраивайте, пожалуйста. Смотрите, какая красота выходит, да? Так, что такое тут у нас? Обменять. Я скромный торговец. У нас осень. На каменные блоки величия нету. Блин, хотелось бы, но пока не будем. Отклоняем пользу, просьбу, потому что у нас сейчас продуктов и так напряженка. Уже осень, опять зима близится. Мне не хотелось бы, чтобы мое население погибло тут. Так, естественно, сюда кого-нибудь назначаем, запасы. Да, кстати, пшеницу, походу, надо еще одну ставить. Это, конечно, классно. Они все молодцы, ребята. Тут вот по три человека хорошо работают. Но пока маловато. Нам не хватать будет, наверное. Но зато разнообразие пищи. Смотрите, овощи, хлеб будет сейчас. Будет есть рыба. Так что это хорошо. Рыбу еще, кстати, можно вот сюда поставить. Если что. Кстати, на рыбаков. А, там трое. Они молодцы, они добывают. Рыбы хватает. Так, здесь у нас тоже людей хватает. Ну вот, древесина пошла, запас. А вот с досками вроде тоже управляться стали. Ну, более-менее вытягиваем. Места есть. Будем продолжать в следующей серии. Попробуем заромантить кого-нибудь. Всем спасибо за просмотр. Комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока.